Всем привет! И сегодня мы с вами слепим наипростейшую и полезную конструкцию, которая понадобится каждому. И я думаю, вам стоит посмотреть это видео. Изначально для сегодняшнего самодельного приспособления нам понадобится квадратная арматура, десятка. Отрезки нужного размера я уже нарезал ранее. И сейчас мы перейдем к сварочным работам. Строго по угольнику сварим прямоугольник 350 мм на 300. Строго по угольнику сварим Г-образную заготовку. Теперь приварим две детали между собой вот таким вот образом. Строго по угольнику. Для укрепления конструкции приварим косынку. Ну а сейчас нам понадобится шпилька М14 с гайкой. Приварим ее. Покрасим получившуюся конструкцию. Теперь вот на эту деталь нам нужно будет запрессовать 20-ю трубу. С обрезкой ОСП вырежем два круга диаметром 300 мм. Строго по центру просверлим два отверстия диаметром 16 мм. Покрасим в белый цвет. Две окружности я вырезал для того, чтобы нарастить катушку, которую я нашел у себя в гараже. Сделаем ее выше. Теперь, прежде чем прикрутить второй круг, в нем нужно будет просверлить отверстие диаметром 10 мм. А прежде чем прикрутить вторую сторону, через отверстие этой стороны я вставил переноску. И теперь болты хорошенько нужно будет затянуть. Хорошенько зафиксируем кабель и тройник катушки. Все надежно зафиксировали, теперь можно произвести сборку незаменимого приспособления в быту.
Друзья, я очень доволен сегодняшней самоделкой. Давно хотел себе такую сделать. И сделал. И я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Так что ставим лайки, подписываемся на канал, делимся видео с друзьями, комментируем видео. А также не забываем смотреть мои предыдущие самоделки и жать колокольчик под видео, чтобы быть в курсе выпуска новых видео на моем канале. Ну а на сегодня у меня все, и надолго я с вами не прощаюсь. Увидимся, как всегда, в следующем видео. Всем до скорого!